Здорово, дружище. Приехали мы опять на рыбалку. Минус 7 за бортом. Ну, ветер небольшой. Может, что и короче поймаем. Опять третий затон. Наплевать нам, что мы в прошлый раз здесь ничего не поймали. Сейчас, короче, джиговую точку здесь прочекаем. Потом, если, ну, чисто на пробу посмотрим, в камыше рыба есть или нет. И, наверное, сегодня будем искать. В принципе, тут мест полно всяких, глубин разных всяких полно. Нужно, самое главное, найти бели. Вот эта точка наша стабильная, ну, как бы, постоянная. Здесь бели нет. Но силуэты именно хищной рыбы, мне кажется, мы нашли, но не факт. Не факт, потому что, возможно, нам показалось. Сейчас проверим точку и погнали. Ну и будем, конечно, мы экспериментировать, и сезон не закрываем. Сегодня минус 7, на следующей неделе плюс 12. Ё-моё. Еще порыбачим. Потом убираем лодки и на зимнюю. Ладно, что разглагольствовать-то. Саня уже спиннинг разобрал, а я тут сижу. Все, поехали. Поехали. А солнышко-то вон оно. А, вон какой-то. Держите. Мульт пока не буду собирать, потому что нет в нем пока смысла. Соберу пока свой. Плюс 3, минус 60. Да, минус 60 работает силикон, да. Можно минус 60. Минус 61 колом ставит. А минус 60 можно рыбачить, знаешь, на лодке. В минус 60, да, лодку прям силиконом обмазываешь. Ты прям не жалей. А что ты кольца-то? Ты плетенку прям пропитай полностью. Я пропитываю 10 раз. Или... Так, короче, я должен сегодня, вот знаешь... Это вот то, что я тебе сегодня скинул, мемчик, по поводу, если у тебя что-то не получается, то это всего лишь очередной повод поплакать. Ага. Мне этого не надо, понимаешь? Ну, ладно, мне надо рыбу поймать. Ролик лесоукладывателя. Ручки тоже сбрызнуть, чтобы увлажнить, так сказать, кожу. Сань, ты не торопись. Ты, пока я не поймаю, можешь не закидывать вообще. Ты варишь, когда... А, ты обрезанный? То есть, я имею в виду, варежки обрезанные? Обрезанные, да. Уток просто миллион. Стрельба началась. Стрельба, но она не прекращалась, мне кажется. Ну, блин, кормовой базы нет, я не знаю, что мы тут надеемся на что. Судак, он не будет стоять без жертвы. Ага. Не просто коряжник, а прям зацеп. Начинлось. Да что ты, б***ь? Не дай бог сейчас зацеплю, но я кину опять в ту сторону, потому что сам понимаешь. Ну давай, дук. Пусть хоть мелкий судак. Пусть хоть окунь. Пусть хоть щука. Пусть хоть кто-нибудь. Вороны-то раскорячались, как этот, ночной дозор, нахрен. И треснул мирно пополам, дымит разлом. Тра-та-ра-та, идет война с судаком. Я уже забыл, когда ловил-то. Да я уже сам забыл, когда ты ловил. Уже и те и подписчики-то гадости не пишут особо. Молодец, Саня, не ловит. Ну, понимаешь, этот вонючий судак, он остался ведь безнаказанным. Я хочу его лицезреть в своем рте, в своей тарелке. Во-первых, в меня опять не верит ни жена, ни друзья. И треснул мир напополам. Судак клюет. Но не сегодня, не у нас. Ебать.
Но я это, чтобы показать рыбацкие реалии, буду даже отсосы выкладывать. В принципе-то, рыба-то это не важно. Главное, история. Вот происходит какая история. Третью рыбалку подряд. Полон рот судаков и щук у нас. Почему так, нахуй? Ночной отсос, потом дневной отсос. Сейчас получается ко-ко-ко-ко-ко-комбо! Хэт-трик. Ну нет. О, способ-то работает. Ну вот так вот, когда отстреливаешь, и она отстрелилась. Так, погнали, проверим щуку на воблеры, значит. Так, я поставлю пока реалист 80-й. Ну так, чисто на затравочку, чтобы спиннинг не переобувать. Да скотина. Воблеры и перчатки — это отдельная тема. И треснул мир напополам, дымит разлом. Башка болит. И треснул мир напополам. Я сегодня в хлам. Опять, видишь, давление, и мы на рыбалку поехали. Надо давление, вот, знаешь, давление, с утра вставать, мерить мне давление, и мы будем понимать, когда ехать на рыбалку, когда нет. Относительно моего ощущения. Я, может быть, в душе сука, ой, щука в душе или судак. И как я себя чувствую, так же и рыба себя чувствует. Короче, затон пустой абсолютно, нету бели. Мы не сдаемся, мы сейчас, короче, рванем в сторону русла, искать джиговые точки. По эхолоту чисто будем ориентироваться на бель. Есть бель, есть смысл. Нет бели, нет смысла. Вот и вся история. Большая травма. Чуть-чуть во время переоснащения фиаско небольшое произошло. Жертвоприношение, да. Богам. Но не будет клевать, Саня. У меня башка болит, если то это все. Ой-ой-ой-ой, головные боли. Да, я всю голову сломал. Куда ехать? На что? На кого? На какие снасти? На какую речку? На какую рыбу? На какой хер? Нет, я молодой. Просто, сука, давление. Чё? Щука? Угу. Да ладно! Саня, да ты монстр. Щуку поймал. Скользкий. Здоровенная. Здоровенная. Огромная. Что это такое? Это в тотальное бесклевье 140-й опять сработал. Маленькая сиська откуда-то взялась. Травяночку зацепил, Саня. Ну, 140-й, тут неудивительно. Не могу затвичить, кстати. Щуки не моих никогда не найду. Очень долго уже не могу затвичить. Щуки, видимо, не мои. Вон туда его закинешь. Смотри. Чё, есть? Да, есть. Да ладно! Да это моя, Сань. Слушай, опять ты ловишь. Всё-таки тебя не зря ненавидят люди. Что за малая? Я ее отпускаю. Контент-мейкер ты прям. Вон туда он попадет, что там точно. Я? Легко сейчас. Я не попадал, да? Не, я что, блядь? У меня мастер спорта по попаданию. Сегодня с утра видели мужика с пешней. Охренеть, куда он, интересно, пошел? Ну, я понятно куда, на рыбалку. Вот ты спросишь меня в следующие выходные, поеду ли я на рыбалку? А я тебе отвечу, что поеду.
Ну что, дружище, помираю, давление, башка опять болит, короче. Чуть-чуть повышенное давление атмосферное, 760, а уже все, при смерти, еле держусь, короче. Хреновые дела. По итогу что, короче, Саня выхватил двух щучек на 140-го и так, кстати, выручил. Покажу тебе, как он их поймал. Ну, в общем, да, здоровье, понимаешь, дружище, подвело, так сказать. Ну и клёво все равно не было. Так что все, давай, увидимся в следующем видео. Пока-пока, я поехал умирать.